Из школы сделать лабораторию, а качество образования подтянуть. Напомним, 3 учебных заведения нашего города вошли в образовательную программу Российской академии наук. 20-й лицей, лингвистическая и 1-я гимназия в скором времени обзаведутся новыми кадрами и техникой. Сегодня в 1-й гимназии прошло совещание при губернаторе. Глава региона напомнил руководству учреждения помощи, которая будет оказана, а также посоветовал поторопиться с оформлением заявок на оборудование. Нам нужно своевременно сформировать заявки на все необходимое оборудование для лабораторий и для классов. Времени нет, коллеги. Остался год до запуска программы. Все необходимые приборы для биологических и химических лабораторий необходимо закупать уже сейчас. Директор гимназии Алексей Клоков рад грядущему преображению. К слову, гимназистов будут обучать не только в родных стенах. Руководитель уже договорился с ректорами ульяновских вузов. И вузы, конечно же, дают добро использовать их лаборатории при работе с нашими детьми. Вы знаете, это очень здорово. Это, безусловно, мы здесь видим повышение качества образования. О качестве напомнила Ирина Киселева. Представитель Министерства образования рассказал о точках роста, которые сделают наши школы на порядок умнее. Ну, например, можно говорить о материально-техническом обеспечении образовательных организаций. Нужно говорить о изменении содержания, модернизации содержания образования. Новые подходы предъявляются к педагогу, учителю, который осуществляет образовательный процесс. Мы понимаем, что время диктует нам определенные уже вызовы. Работа над подачей материала, современные методики преподавания и техоснащения – все это необходимо для того, чтобы наши школы были конкурентоспособными не только на российском уровне, но и даже на международном. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Управды ТВ.